Под которой он пел, Гранёновский. И в городе Казани, была выставка, посвященная Вадиму Семеновичу Высоцкому, и Никита говорит, там, фотографиями, посмотрите, там есть анкета, которую Вадим Семенович заполнил в театре на Таганке. То есть всем артистам театра на Таганке раздали анкету, кто-то шутливо заполнил, кто-то не заполнил совсем, а Владимир Семенович заполнил ее честно, откровенно. И не надо рассказывать о Высоцком. Вот я просто зачитаю анкету, и все становится понятно про этого человека, про артиста, про человека, про его позицию жизненную. Имя, отчество, фамилия. Владимир Семенович Высоцкий. Профессия. Актер. Любимый писатель. Булгаков. Самый любимый поэт. Белла Ахмадуллина. Самый любимый актер. Михаил Яншин. Самая любимая актриса. Славина. Любимый театр, спектакль, режиссер. Театр на Таганке. Живой Любимов. Самый любимый фильм, кинорежиссер. «Огни большого города Чаплин». Любимый скульптор, скульптура. Мыслитель Роден. Любимый художник, картина. Куинджи, «Лунный свет». Любимый композитор, музыкальное произведение, песня. Шопен, 12-й этюд. Песня «Вставай, страна огромная». Страна, к которой относишься с симпатией. Россия, Польша, Франция. Идеал мужчины. Марлон Брандо. Идеал женщины. Секрет. Человек, которого ты ненавидишь. Их мало, но все-таки список значительный. Самый дорогой для тебя человек. Сейчас не знаю. Самая замечательная историческая личность. Ленин Гарибальди. Историческая личность, внушающая тебе отвращение. Гитлер и иже с ним. Мао. Самый выдающийся человек современности. Не знаю таких. Кто твой друг? Золотухин. За что ты его любишь? Если знать за что, тогда это уже не любовь, это просто хорошие отношения. Что такое, по-твоему, дружба? Когда можно сказать человеку все, даже самое отвратительное о себе. Черты, характерные для твоего друга. Терпимость, мудрость, ненавязчивость. Любимые черты в характере человека. Одержимость, отдача. Только на добрые дела. Отвратительные качества человека. Глупость, серость, гнусь. Твои отличительные черты. Разберутся друзья. Чего тебе не достает? Времени. Каким человеком считаешь себя? Разным. За что ты любишь жизнь? Какую? Любимый цветок, цвет, запах, звук. Белый, гвоздика, запах выгоревших волос. Колокол. Чего ты хочешь добиться в жизни? Чтобы помнили, чтобы везде пускали. Чтоб ты подарил любимому человеку, если бы был всемогущ. Еще одну жизнь. Какое событие стало для тебя самым радостным? Примера Гамлета. А какое трагедией? Потеря голоса. Чему последний раз радовался? Хорошему настроению. Что в последний раз огорчило? Все. Любимый афоризм изречения. Разберемся. Владимир Высоцкий. Только для тебя характерное выражение. Разберемся. Что бы ты сделал в первую очередь, если бы стал главой правительства? Отменил цензуру. Что бы ты сделал в первую очередь, если бы ты стал обладателем миллиона рублей? Устроил бы банкет. Твое увлечение. Стихи, зажигалки. Любимое место в любимом городе. Самотека, Москва. Любимая футбольная команда. Такое нет. Твоя мечта о лучшей жизни. Ты счастлив? Иногда да. Почему? Просто так. Хочешь ли ты быть великим и почему? Хочу и буду. Почему? Ну, это уже знаете. Дата твоего рождения, 25 января
1938 года подписи. Если друг оказался друг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и фиг, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, я таких не беру, иду, про таких не пою. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, я таких не беру, иду, про таких не пою. Не скули, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял дельной, значит, как ты на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как бой, шире стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Владимир Семенович удивительно мелодистом, хотя Никита говорит, что он никогда не владел нотной грамотой. Стихи он писал в основном, когда он куда-то ехал, ну, в смысле дома, но когда он писал в самолетах. Действительно, говорит, разрывал пачку сигарет и писал на обратной стороне, накидывал стихи. И вот сейчас две песни, я не буду прерываться, в смысле болтологии. Вот такой прям... прям мне так нравится. Холода. Холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города.
Будь то Минск, будь то Брест, холода. Неспроста, неспроста, от родных до болей, нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда. И новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплее. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?